Всем привет, дорогие зрители. Вот наконец-то посылочка еще одна пришла, которая заказывала 25 ноября. А сколько много остальных посылок 11 числа заказал до сих пор, не могут дойти. А вот здесь продавец вот в этом плане молодец. 15 декабря, получается, 14 декабря было вчера. Вот я посылку получил. Вот считайте, кто как работает. Сразу можно поставить 5 звезд смело этому продавцу. Значит, примерно около года назад, если вы помните, я ролик снимал, заказывал курточку для домашнего питомца, для собачки синего цвета. Абсолютно пришлось еще сделать один заказ у этого же продавца, только черного цвета. Ну давайте посмотрим, как он теперь на этот раз работает спустя, как говорится, ровно год, скажем так. Открываем аккуратненько. Посылочка пришла в целости и сохранности. Вот. Запаковано очень основательно, вплотную, чтобы, наверное, места мало занимало на почте, да. Стоимость курки на момент заказа 25 числа стоила $9.44, а на сегодняшний день уже стоит, сейчас я вам скажу, $10.49, почти на доллар с чем-то подорожал. С чем связано, неизвестно. А так, продавец с надежным брендом, если вы как помните в прошлом ролике, как бы замечаний не было. Вот обратите, пантик, ну я думаю, маленькой собачке понравится. Так, давайте посмотрим дальше. Цветом продавец не ошибился, именно черный цвет отправил. Вот такая смешная курточка. Ну, для хвостика. Вот шейка. На заклепочках. О. Абсолютно то же самое, что мы раньше получали. Только черного цвета. Замечаний, кстати, нет, до сих пор курточка носится. Как говорится, клиентке понадобилась старая куртка, пока та куртка сохнет, чтобы можно было другую куртку одеть. Ну, давайте размерчики снимем. Заказывали тут же размер, размер МК. Значит, у нас получается, если по ссылочке пройдетесь, там все размеры указаны. Грудь 39 сантиметров. Ну, давайте посмотрим. 39 для сантиметров. Ну, даже немножко больше, 40 сантиметров, ничего страшного. Так, дальше длина шеи 26 сантиметров. Так, где у нас тут длина шеи? Здесь поменьше, да? Ну, 27 сантиметров. Немножко на 1 сантиметр побольше, ничего страшного. И длина 29 сантиметров должно быть. Сейчас мы проверим, что у нас тут получается. Ну, немножко даже на 1 сантиметр побольше. В принципе, с курточкой все в порядке. Примерять у меня возможности нету. Единственное, в углу верхнем ролике можете посмотреть, как у меня выглядела примерка именно абсолютно по этим же размерам, только синего цвета. А так, в принципе, все в порядке. Продавец надежный. Не то, что последний продавец. Если вы видео регулярно смотрите, но этот продавец справился на ура. Можно смело поставить не только за быструю доставку, также и за качество, и за оперативность. Ну все, спасибо за внимание, дорогие зрители. Всего доброго, до свидания.